Четыре ментальные ловушки, которые мешают нам зарабатывать больше. Порой единственное препятствие на пути к финансовому процветанию – это наши собственные мысли. Разбираемся, в чем проблема, и учимся давать отпор ложным и навязанным извне установкам. Очень часто нам попадается на глаза информация о том, как изменились в цене акции той или иной компании, и как выросли в связи с этим доходы ее акционеров. Стоп! А что не дает нам самим покупать ценные бумаги и увеличивать таким образом свой доход? Всему виной 4 ментальные ловушки, которые мешают начать зарабатывать. Ловушка первая. На фондовом рынке люди теряют деньги. Если хорошо разобраться, не все так однозначно. На финансовых рынках существуют две основные модели поведения – спекуляции и инвестиции. Спекулянты пытаются заработать на сиюминутных изменениях цен акций, тем самым подвергая себя повышенному и зачастую неоправданному риску. В то же время, при правильном управлении капиталом, этот способ дает хороший финансовый результат. Инвесторы склонны вкладывать деньги в стабильно развивающиеся компании. Доход в таком случае зачастую имеет долгосрочный характер. Как правило, инвесторы в первую очередь ориентируются на получение дивидендов, которые компания платит вкладчикам из чистой прибыли, а уже потом на ценовую разницу. Это не значит, что инвестирование абсолютно безопасно, определенная доля риска остается всегда. Законы экономики никто не отменял, чем выше риск, тем выше доходность. При правильном управлении капиталом инвестирование в акции – хороший инструмент для увеличения сбережений. Ловушка вторая. У меня нет финансового образования. Это самая распространенная отговорка людей, которые не хотят даже попробовать понять, в чем смысл покупки и продажи акций. Чтобы смотреть видеоролики и сдавать тесты, вам нужен лишь доступ в интернет. Сейчас существует множество ресурсов, позволяющих обучаться дистанционно. Например, opentrainer.ru. На этом сайте есть полезные обучающие видеокурсы и биржевой тренажер, с помощью которого можно попрактиковаться в торговле на виртуальные деньги. Тренажер, кстати, абсолютно бесплатный. Кроме того, есть возможность получить за прохождение обучения реальные акции. Согласитесь, неплохая помощь для начинающего инвестора. Ловушка третья. У меня нет свободных денег для инвестирования. Банальнее отговорки не придумать. Посчитайте, сколько денег тратите на эмоциональные покупки. Оглянитесь по сторонам, вас окружает огромное количество абсолютно ненужных вещей. Только представьте, если бы вы вместо их приобретения вложили деньги в акции, то могли бы уже обладать миллионным состоянием. Возможно, это звучит смешно, но вы вспомните эти слова, когда начнете инвестировать. Никогда не пускайте финансовые дела на самотек. Своими деньгами можно и нужно управлять. Сделайте первый шаг, зарегистрируйтесь и посмотрите видеокурс по управлению личным финансом. Займет это всего 10 минут. Ловушка четвертая. Покупать акции могут только богатые люди. Сколько стоят 10 акций Сбербанка? Около 1000 рублей. А 10 акций Газпрома? Чуть меньше 1500 рублей. И после этого вы думаете, что приобретать акции компании могут только топ-менеджеры и владельцы бизнесов? Для того, чтобы купить акции, необходимо открыть брокерский счет. Процедура заключения брокерского договора занимает обычно не более 30 минут. Надеюсь, эти советы помогут избавиться от мыслей, которые мешают вам двигаться вперед. Помните, что единственный человек, способный привести вас к богатству и процветанию – вы сами. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!